сегодня получила ваши заказы от Анкора и Анкоры Майя. И хочу показать, какие наборы пришли, как они вообще выглядят в жизни. Вот два набора именно Анкор торговой марки. Это вот такие птички. Такая красота. Тут идет частичная зашивка. И вот такие здесь ниточки. На органайзере то, что как бы много нужно таких цветов, они идут вот в моточках Анкора. Конечно, очень красивые все эти наборы. Очень завидую вам, девчонки, что вы их счастливые обладатели. Вот такие вот воробушки. Тоже смотрела на них, засматривалась, но уже, к сожалению, их нет в наличии. Сразу разобрали, их там несколько штук буквально приехало, и уже их нет. Вот такие воробушки. Здесь такая канва идет, вот, ну, не видно в камере, но такая она нежно-нежно, такой светло-зеленый, что ли, цвет. Такой очень красивый. Ну, такие вот красивенные ниточки. Это то, что конкретно по Анкору. Остальные будут Анкор Майя коллекции. Тоже вот такой вот пейзаж. Очень интересный тоже. В единственном экземпляре пришло, уже нету в наличии. Такая картина. Очень оригинальная, красивая. Тут, к сожалению, уже не видно ниточек. Видно только, какая будет вышитая картина. Вот она. Следующее это... Подавай. Давай. Это львы. Это папа лев. И маленький сыночек, наверное. И на фоне саванны там. Очень тоже такой... Ниточки вот тут, кстати, видно. И тут есть, видите, яркие такие, красивые есть, спокойные тона. Тоже очень интересная работа. Интересно потом посмотреть в отшиве, какая она будет. Это вот такой красавец. Лев. Давай дальше. Так, вот это вот чудо покорило просто меня, я не знаю, я его себе купила. Это такой леопард. И все. В общем, не могла я мимо пройти. Такой красавец голубоглазый. Тут идет тоже частичная зашивка. И ниточки такие более природные, спокойные. Вот серые, серые преобладают цвета. Вот такой наборчик. Еще должен быть. Вот это, конечно, давай, значит. Смотрите, это бабочка. Это с эффектом 3D. Она тоже пришла одна, один такой наборчик. И сразу его вот купили, больше их нету, но... Стоит он, конечно, очень недешево, но вот такая вот красота должна получиться. Ниток здесь вагон. Посмотрите, какой толстый набор, достаточно толстый. Посмотрите, ниток тут, это не считая, что вот тут, вот видите, на органайзере ниточек куча. И плюс еще вот в мотках сколько. Это, конечно, набор, набором всем набор. Очень такой интересный, и очень хотелось бы, конечно, чтобы обладательница в ближайшее время его начала вышивать и показала вообще вот этот вот эффект, какой получится, и вообще показала эту картину. Красота. Особенно вот эти вот цветы мне понравились внизу. Вода, бабочка. В общем, очень такой красивый, достойный набор. Так, следующий это у нас... По-моему, называется то ли праздничный день, что-то такое. Это вот зима, и собираются люди что-то праздновать в коттедже. Тоже здесь такие ниточки. Это вот здесь идет полная зашивка. Есть, видите, яркие ниточки и неяркие, и серых вот очень много.
Вообще, очень мне понравились наборы Майи и Анкора. Ну, а давай, зайчик. Вот это прелесть, это, конечно, прелесть. Всем прелестям прелесть. Я знаю, что девушка, которая заказала его, очень долго его ждала, искала. И я думаю, теперь она будет очень довольна, что этот павлин наконец-то у нее появился. Такой красавец. И посмотрите, вот это, вот тут сбоку видно на органайзере, да, ниточки, вот какие они цветные, красивые, яркие. И плюс дополнительно еще в моточках. Канва беленькая. Вот такая кучка сегодня меня посетила. Сейчас пойду вам всем это все отправлять. Большое спасибо за внимание. Всем хорошего дня. Пока-пока.